Наталья из Новоселова спрашивает. Взяла кредит в банке под залог единственного жилья, но выплаты прекратились. По решению суда с пенсии удерживают суммы для погашения долга, а квартира выставлена на торги. Имеет ли право банк продавать мое единственное жилье? К сожалению, если кредит получен под залог единственного жилья, и если должник не может выплачивать кредит в дальнейшем, то банк вправе продать эту квартиру, выставить ее на торги и покрыть свои расходы. Однако, если сумма, которая выручена с продажи квартиры, покрывает долг и еще остается какой-то излишек, он возвращается должнику. Ольга из Березовки беспокоится. Родственники прислали денежный перевод на мою арестованную карту. Пристав полностью его списал. Пришло оповещение о том, что данный перевод заблокирован и в течение 3 дней будет списан. Возможно ли договориться с приставом вернуть перевод или хотя бы его часть? А в зависимости от того, как гражданин исполняет свои долговые обязательства, у него может быть возможность обратиться к судебному приставу с заявлением и хотя бы частично вернуть удержанную сумму. Если же гражданин долговые обязательства не исполняет никоим образом, у него нет основного источника и постоянного источника дохода, то вернуть такую сумму будет крайне проблематично. Олег из Демногорска интересуется, как можно выписать из жилья человека, который физически в квартире давно не живет? Если хозяин квартиры контактирует с прописанным гражданином, то он может попросить его, чтобы этот самый гражданин пришел и выписался сам. Если доступа к гражданину нет, либо у гражданина нет просто на это желания или возможности выписаться из квартиры, то необходимо обратиться в районный суд по месту нахождения квартиры с исковым заявлением о выселении и снятии с регистрационного учета.